россияне в среднем хотели бы получать ежемесячно 131 тысячу рублей, выяснил сервис работа.ру, организовав опрос среди более чем 5 тысяч пользователей старше 18 лет из всех регионов страны. Респондентам был задан вопрос о желаемой зарплате в текущем году, как следует из релиза компании, вопрос был открытым, без вариантов ответа. Уровень желаемых доходов различается в зависимости от региона, показало исследование. Подробнее на сайте.